Всем привет, дорогие подписчики канала Андрей Садюзан. Сегодня мы поговорим на такую тему, как тег знакомств. В предыдущем видео я сказал, что я не делал тег знакомств, хотя по совету я смотрел пару видеоблогеров, таких как Ирина Вайнер, Саша Спилберг. Так, и вот Ирина Вайнер и Саша Спилберг. Больше всего мне, конечно, Саша Спилберг понравилось, но я не собираюсь ругаться между двумя, поэтому какой-то конфликт заводить. Поэтому я скажу так. Ирина Вайнер снимала новички YouTube. Зайди на ее канал, ссылка будет в описании. То есть посмотри, что ты не так снимаешь. К примеру, или как у Саши Спилберг, свет, камера, мотор, начали. Как бы вот так. Чат есть, как говорила предыдущий регистрирователь. Будем скидывать видео, записывать. То есть как бы так. Общаться круглосуточно. Если ВКонтакте не получается, то можно видеозаписи. Но лучше, чем скайп. Чат. Ссылочка будет в описании. Правда, мне надо. Я не помню пароль, но скоро. То есть после этого видео постараюсь вспомнить пароль, зайду и скину вам ссылку. Итак, и плюс посмотрите на моей странице ВК, какой у меня топовый рейтинг. Топ рейтинг 30. И наш сегодняшний спонсор, сайт обменка.ua. То есть регистрируешься на обменка.ua, меняй деньги по хорошему тарифу. Ссылочка будет в описании. Также на предыдущее видео. Также утро я сделаю скоро. Шаблон новый. Все. Всем пока. До новых встреч. Остальное, если вы напишите комментарий, я выберу парочку и сниму новое видео. Пока. Я знаю, что я вам нравится канал. Если это видео и предыдущее, и прошлое, и прошлое, Короче, все видео наберу по 5, нет, от 3 тысяч до 5 тысяч просмотров. Каждый лайки. Лайки, комментарии, 5000 лайков, 5000 лайков, 5000 комментариев каждому видео, то я выложу YouTube аналитику. Никто это не делал, а я сделал. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, если ты делаешь фишку не тыри. Пока. С вами был канал MD-511. Пока.